С чего начинается удачный день? С хорошего костюма, конечно. Что для этого нужно? Несколько важных деталей. Уверенность, точность, стиль, безупречность и завершенность во всем. Понедельник. Трудный день. Темный костюм спортивного типа плюс белая майка – как раз то, что нужно сегодня. 100% хлопка, 100% уверенности в себе. Вторник. Звонил отец, напомнил о семейном ужине. Думаю, подойдет что-нибудь сдержанное. Например, брючная пара City Life. Классика стиля, натуральная ткань. В общем, все как мама любит. Совещание запланировано на среду. А это сегодня. Подходящий день для костюма премиум-класса. Всего лишь брюки и пиджак, а какой успех! И, кажется, незапланированное повышение. Традиционный мальчишник по четвергам. Здесь надо что-то посмелее. Например, оригинальная тройка с рубашкой в ретро-стиле. Немного фантазии, и ты в центре любой вечеринки. Ну, наконец-то, пятница. Можно немного расслабиться. Прогулка по осеннему парку – идеальный вариант. Комфорт – это все, что нужно для хорошего отдыха. Суббота. Так, что у нас сегодня? Очередное свидание. Традиционный черный цвет плюс бабочка для завершения образа и... Можете называть меня просто Бонд. Джеймс Бонд. Воскресенье. Душа просит праздника. Кусочек Италии, например. Кстати, это вполне реально. Эффектный силуэт, минимальная длина и максимальный успех. Жизнь меняется каждый день. Мы меняемся вместе с вами. Коминтерн. Одежда успешных мужчин.